Привет, дорогой зритель канала «Сходи, посмотри». Меня зовут Ника, и здесь я рассказываю, куда сходить и что посмотреть. Недавно я решила пойти в цирк на Фонтанке, постоянно вокруг да около хожу, и в итоге внутрь никак все не зайду. Мне стало интересно, как там внутри, что вообще происходит, какие постановки идут. И сейчас в Петербурге идет основная постановка цирка. Называется она «Приключения итальянцев в России». Вот, наконец-то я решилась. В принципе, не было времени и желания, и тут оно появилось. И вот я иду в этот самый цирк. Так, у меня есть билеты, я купила их на сайте цирка. Там вводите данные карты, с карты списывается денежка. Стоимость разная, у меня вот за 2500. Билетик нужно просканировать, сразу вывести переход на сайт. Итальянец в России. Вход с набережной реки Фонтанки. У нас правый боковой, ряд 9, место 5. С 1 по 8 ряд, у нас 9 ряд. Пойдем искать. Пахнет какашками. Так вообще красиво. В гардероб заходим. Это за кошка. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Так, хорошо, идем. Куда? Говорите. Ряд 9, место 5. Где правая сторона, да, 100 лесенки вот сюда. Угу. У вас среди детей будем. Молодец, женщина рассказывает, как нужно себя вести. Она просмотра. Программа сложная. Сказать про мероприятие. В целом довольно неплохо, в основном, конечно, для мамочек с детьми. Вот отлично провести время. Особо ничего такого сверхвпечатляющего и удивительного я там не обнаружила, но тем не менее 3 часа пролетели незаметно. В целом впечатление хорошее. Сходите, посмотрите. Билеты, в принципе, по цене не могу сказать, что они как-то отличаются друг от друга, потому что сам зал очень маленький. Поэтому берите, в принципе, любые билеты. Думаю, что конкретно может быть от этого представление. Впечатление будет одинаковое, что в первых рядах, что в дальних.